Казанский федеральный университет посетил главный врач отделения хирургии Берлинской больницы Святого Иосифа Фирас Аль-Заин. О целях визита в нашем следующем сюжете. В рамках визита в Казанский федеральный университет гость посетил научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины. Хирургу продемонстрировали поликлинику, операционный блок, включая реанимацию и палаты различных отделений. Я очень приятно удивлен, насколько этот центр хорошо оснащен, несмотря на то, что он довольно небольшой. Я думаю, что гораздо важнее исходить из понятия качества, а не количества. Исходя из того, какое качество предлагается здесь пациентам, это самый высокий технологический уровень. Сотрудничество с ведущими иностранными специалистами – одна из основных задач центра с его основания. Как отмечает главный врач и заместитель директора центра Иван Киясов, гость из Берлина как раз специализируется в той сфере нейрохирургии, которая очень важна в работе центра. У нас есть отделение нейрореабилитации, где мы работаем со спинальными больными. И, к сожалению, ряд операций мы до текущего момента не можем проводить на своей базе по определенному ряду причин. Часть этих причин исчезнет, и с октября-ноября этого года мы планируем замкнуть цикл и проводить операцию у себя. У нас есть высококвалифицированный хирург, который может это все делать, но тем не менее с лидером мировым общаться и дружить, и работать в одном направлении было бы здорово и надежнее. В завершении встречи Фирас Аль-Заин пожелал коллегам успеха и отметил, что научно-клинический центр КФУ – это настоящее ядро развития медицины в Казани. Диана Жленкова, Хафиз Гараев, Универньюз.